Эмоциям нет предела. На торжественное открытие многофункционального хоккейного корта в Дальнем Засвияжье собрались жители окрестных домов, ученики школы номер 70. С радостным событием их приехал поздравить легендарный хоккеист, неоднократный победитель чемпионатов мира и Олимпийских игр Владислав Третьяк. Именно на таких коробках рождаются новые олимпийские чемпионы. Пример – это вот я, который стою перед вами и имею сегодня больше всех наград в мире среди хоккеистов. Летом на площадке можно заниматься флорболом, зимой фигурным катанием и хоккеем. Инициативу по открытию хоккейного корта проявили местные жители. Просьбы их были услышаны, и теперь новый корт на территории школы номер 70 станет местом притяжения юных спортсменов. К тому же в учебном заведении имеется своя хоккейная команда, которая является чемпионом города по дворовому хоккею. Мы готовились это с весны, готовились с родителями, общими усилиями, и люди, и соседи, в общем, весь микрорайон старался и хотел этого корта. Но весной нам приезжали представители, Третьяк приезжал, обещал, и общими усилиями у нас все получилось. Главная задача у нас была такая – спорт и дети. Мне кажется, у нас все получилось. А корт вот этот хоккейный, это вообще не знаю какое событие, что здесь могут дети кататься, и маленькие, и взрослые. Может быть, и мы, бабушки, тоже сможем сюда заниматься. В 2021 году подобный хоккейный корт был открыт на промышленной 28. Сейчас там проводят дворовые поединки, а также городские и региональные соревнования. А на новой площадке смогут заниматься еще больше ребят. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УлПравда ТВ.